Прямо сейчас возьмите в руки телефон и проверьте эти настройки, потому что ваша камера, диктофон работает 24 на 7 и собирает информацию о вас. Если у вас включены вот эти вот настройки, их нужно как можно быстрее отключить. Сейчас покажу, где они находятся, со слайки подписка. Вам просто нужно зайти в настройки, в приложение, и здесь у вас будет вот такой вот пункт, да? Вам нужно найти разрешение, автозапуск в фоновом режиме. И вот смотрите, в правом верхнем углу три точки, показать системные процессы. Если у вас в фоновом режиме включены какие-то приложения, их всех нужно отключить. То есть, если диктофон включен, выключить. Если камера включена, выключить. Точно так же разрешение приложений и запретить все вот эти вот разрешения, чтобы не было ни одного разрешения всегда. То есть, камера должна работать только при включении. Диктофон тоже должен работать, микрофон. При включении, при остальных всех процессах их нужно глушить. Пользуйся, не благодари, расскажи другу.